Здорово. Сегодня нам на обзор попало очередное говно, которое недобросовестные продавцы продают как заводское, но чуть-чуть дешевле. Поговорим сегодня о подделке дисков сцепления ВИС. Пару слов о производителе. Компания VAS Inter Series поставляет на конвейер от АВАЗа диски и комплекты сцепления. Они могут быть как в красной упаковке с надписью «Группа ОАТ» Объединенной автомобильной технологии, так и в синей упаковке с оригинальным значком «Лада». С недавнего времени компания VIS производит свои диски и комплекты сцепления совместно с компанией Exidy, и появилась надпись «VIS Exidy Rus». Давайте же посмотрим, какая из них подделка. С самого первого взгляда, когда видишь подделку, сразу чувствуется, что она немножечко другого цвета, немножечко другого качества, на ощупь она другая. Но это для тех, кто это знает. Если же вы не знаете, первое, на что нужно смотреть, когда видите упаковку, это стираемая голограмма. Здесь, вот на подделке, она не стирается. Как бы вы ни старались, она не стирается. На оригинале она легко стирается ногтем. То есть это первый показатель. Уже можно, в принципе, не вскрывать. Уже понятно, что это подделка. Если уже этот. Но если уж хитрожопые продавцы догадались и, допустим, ее удалили, эту наклейку, чтобы вы не поняли, давайте заглянем внутрь, что же там внутри. Сразу с первого взгляда видно, что фрикционная накладка на них различная. Видно, цвет накладки разный. На подделке может быть красный, может быть какой-нибудь и синий, может быть и зеленый. Здесь его видно, что он серый. Если вы внимательно посмотрите, то на оригинале видно лазерную гравировку, на которой написано слово Exidy, на которой написано Made in Russia. На подделке нет никаких опознавательных знаков. В качестве исполнения ее очень отвратительное. Видно, как плохо заклепаны клепки здесь и здесь. Я одно могу сказать, что покупка этого диска приведет вас к ремонту примерно через месяц-два. Потому что уже были такие случаи, когда люди берут вот это говно, ставят на свою машину, а потом приходят и просят другого производителя. Когда предлагаешь им оригинальный заводской, они просто-напросто открещиваются от него и говорят, что уже это говно ставили. На самом деле, это хорошего качества. Вот это говно. Не путайте. Также давайте посмотрим, что же лежит в других упаковках старого производителя. Также видно, что другое качество. Но здесь есть заводская маркировка. Так же, как здесь. Это делает ВИС. Здесь надписи есть. Видно качество исполнения. Что все. Очень даже. Здесь также видно заводскую гравировку лазерную. Видно аккуратное исполнение клепок и пружин. Вот так вот. Не попадайте на говно, берите только оригинальные детали. А вот это мусор. Всем пока. Подписывайтесь на наш канал. Вы узнаете очень много секретов, которые скрыты от обычного потребителя. Проверяйте надлежащее качество, покупайте только у надежного продавца. Не дайте себя обмануть. Пока.